Знаете, мне не так больно было от вашей размолвки с Пугачевой, как от размолвки с Бубой Кикабидзе во время этой жуткой войны. Ну, во-первых, опять же, ну, вот в данном случае, Тима, ты мой старый уже теперь друг, а ты вот все равно, нет, ты все время хочешь вернуться к журналистской теме. Вот, Не, мне интересно размолвки. А по-человечески, я поэтому спрашиваю. по-человечески, Буба мой друг. И я себе таким его и представляю. Но я не знаю, кто его так, так сказать, склонил против России, которая его возвеличила. Потому что и фильм «Мимино», и его постоянная, так сказать, работа в России, она давала ему возможность жить вольготно. Телевидение, концерты, гонорары, поездки. Так, Россия ему все давала. Но если так случилось, и если тебя этот бесноватый, так сказать, Саакашвили склонил, так сказать, к себе, ну, прими какую-то позицию, скажем, хотя бы такую, которую приняла Нани Берегвадзе. Она не может идти против своего народа. И я это И понимаю. своей публике тоже. Да, и своей публике. Но а она не может, как в благодарность за то, что ее так принимали, и Бубу так принимали, она не может и говорить плохие слова о России, о российской публике. А Буба, он пошел на поводу, он стал говорить гадости о России. Он отказался от ордена дружбы. Я понимаю, если бы ему дали орден там за заслуги или там еще какой-то, и он сказал бы там, нет, не хочу. Но тебе дают орден дружбы. Сдачи не надо, и пальто тоже. Да, орден дружбы, такой красивый орден с красивым названием и с красивой сутью. За дружбу, за дружбу. Чего ты против дружбы? Вы не общались с ним после этого? Нет. Вы ему первый позвоните или нет? Нет. Вы ждете звонка от него? Все дело в том, что если бы я его обидел, я бы, конечно, позвонил. Я отходчивый человек, и обязательно, конечно. Если я понимаю, что я поступил неправильно, но я не считаю, что я поступил неправильно по отношению к нему. Я ничего, я люблю Грузию, я обожаю. Грузия – это та страна и тот народ, который меня, в общем, после моей службы, я служил в Калужском военном округе, которые меня делегировали в Москву на учебу, и я стал артистом. Я очень люблю Грузию, и народ люблю. И это, так сказать, пение многоголосое грузинское, и балет Цухишвили Рамиша. Я все люблю грузинское. И я не чувствую, что я никогда плохо о Грузии не скажу. Никогда. Я осуждаю, допустим, поведение их лидера, у которого, так сказать, под ногами уже все горит. Я осуждаю. Но я даже понимаю, когда оказываются в политических жерновах мои коллеги-артисты. Это ужасно, не позавидуешь. Да, но нельзя, Буба. Ну, нам, в таком случае ты должен был сказать, я люблю свою страну, а то, что произошло, я не хочу комментировать. И тебя бы никто не осудил в Грузии. И тебя бы никто не осудил в России. И ты продолжал бы так же... Ну, Тамара Гвертцители работает? Народная артистка Грузии, народная артистка России. Работает. Она не охаяла ни Грузию, ни Россию. То же самое Наня Берегвадзе. Меладзе. Она не охаяла ни Грузию, ни Россию. Она просто сейчас прекратила какую-то активную работу. Ждет, чем закончится эта ситуация политическая. А Буба, он себя повел неправильно. И поэтому я бы у него попросил прощения, если бы я его обидел. А в связи с тем, что он обидел мой народ, мою страну и мою публику, я жду, когда он это поймет.